Друзья, сегодня я вам расскажу о втором комплексе упражнений, которые рекомендую делать, чтобы поддерживать себя всегда в отличной, хорошей физической форме. Итак, сегодня мы будем делать разводку гантелей лежа, тяга горизонтального блока, жим ногами лежа, сгибание рук с изогрифом. И заканчиваем мы, как обычно, прессом. Итак, погнали! У нас первое упражнение – это разводка на горизонтальной скамье лежа, гантелей. Берем такой вес, чтобы можно было сделать 15 раз, 6 подходов. Я начну с 15, а дальше посмотрим, как получится. На тренировках я пью ОШ, либо Powerade, это изотоник. Пью его специально, чтобы поднимался сахар. Так как тренировки у меня в основном длительные, они в районе 2 часов, поэтому, чтобы организму было легче, я всегда пью изотоник. И именно изотоники не должны быть без сахара. То есть они должны быть стандартные, на них должно быть написано изотоник Water. То есть любой изотоник, где написано, любая бутылочка, где написано изотоник. Можете брать на тренировки, смело пейте. Вам будет очень хорошее подспорье для ваших тренировок. Следующее упражнение у нас идет на спину. Это тяга горизонтального блока. Мы делаем 3 подхода по 15 и 3 подхода по 10-12, меняя вес на увеличение. Так, погнали. Нет, но она хорошо делает. Вот, напрягает. Вот, да, как раз. Оно все уйдет. Будет такое прям красивое. Вот эти вот сюда, да, и больше сгибай, ага. Вот, ты... Да, чтобы здесь фиксировать. Да, вот. Видишь, мы тебе как два тренера тебе. Вот, супер, да. Не отводи назад. Вот. Короче, следующее упражнение у нас жим ногами. Мы начинаем с 40 повторений. Увеличиваем вес пирамидкой опять так же по ступенькам. 40, 35, 30, 25, 20, 15. Доходим до 12. Потом скидываем часть весов и еще добиваемся. Поэтому погнали. Итак, крайний подход. Делаем 12 повторений. Сбрасываем по 2 блина с каждой стороны и делаем еще 12. Погнали. Все, с ногами закончили, идем на бицепс. Просто здесь сели, зафиксировали и сюда подтягивайте. Здесь подтянули, лопатки сзади свели. И на какой-то момент не надо большие веса ставить, можно просто поменьше. Ну правда, что улыбаетесь? Так сделали и зафиксировали, все. Вот спину можно чуть-чуть вперед наклонить. Ага, да, прям вот 90 градусов идеально. Ну можно чуть меньше поставить. Все, я вас покидаю, девушки, извините. У меня там дела, надо бицепс еще покачать. Следующее упражнение у нас сгибание рук с изогрифом. Изогриф – это кривой гриф. Мы делаем 3 подхода по 15 раз и 3 подхода с большим весом по 10 раз. Он меня снимает. Я не хотел. А ты где будешь? А где заходите? Попасть не видео, да? У меня этот YouTube канал я открыл. Сейчас сделаю. Сейчас одно видео есть уже. Могу вам дать ссылку, если что. А потом я буду делать о спортзалах. Ну просто чтобы людям было полезно. Ну, где сходить в зал, там, туда-сюда. Последнее упражнение на сегодня – это пресс. Мы делаем 5 подходов по 20-30 раз. Главное здесь ключевое, опять же, как я уже говорил при прессе, это скручивание в конце. То есть вы можете назад до конца не разгибаться, но здесь вы должны поставить точку. Точка.
30 раз. Я сделал это. Джоди, я сделал это. Друзья, мы с вами находимся в фитнес-клубе CNS Fitness, который принадлежит Джен Хача. Значит, данный фитнес у нас расположен в жилом комплексе Royal Sun. Очень классный комплекс, я сам здесь жил, пользовался всей инфраструктурой, вообще обалденно. Значит, что хочу сказать из плюсов. Здесь есть все беговые дорожки, которые нужны, здесь есть эллипсы, здесь есть лесенка подниматься наверх. То есть для кардио все вопросы здесь закрыты. Большой набор очень тренажеров, жимовых, отдельно вынесены ноги, отдельно вынесены для лифтинга, то есть, ну, поднятия. Также есть отдельно зал единоборств, зал, ну, где можно побороться, побить груши. Отдельно есть кардиозона, где, кстати, тренируется мой сын, и это очень удобно. То есть я прихожу, отдаю сына на карате, тренировка идет 1,5 часа, русскоязычный преподаватель, и затем я тренируюсь, и после тренировки мы вместе уходим домой. Также внизу, на первом этаже до этого здания, расположен ресторан, который относится к Royal Sun. Там всегда очень вкусно готовят, очень быстро, по доступным ценам. Также есть рядышком бассейн, то есть можно выйти потом после спортзала еще и покупаться. Также в данном спортзале есть еще и сауна, и в данном спортзале можно делать еще и массаж. Также есть раздевалки мужская, женская, есть душевые кабинки, по крайней мере, у мужчин есть, у женщин не проверял. Поэтому данный фитнес-клуб я рекомендую к посещению обязательно. Плюс ко всему, цена за этот спортзал сейчас в месяц составляет всего 500 лир, 500 турецких лир. На наши деньги это около 2000 рублей, цена достаточно низкая. Поэтому данному залу я ставлю оценку отлично и всем рекомендую. Друзья, подошла к концу наша тренировка под кодовым названием «Среда», тренировка номер 2. Значит, мы сегодня с вами сделали разводку гантелями, мы сделали тягу горизонтального блока, жим ногами, поднятие изогрифа на бицепс и закончили все прессом. Выполняйте все эти упражнения правильно, четко. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие тренировки, следующие мои видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы иметь хорошую, красивую физическую форму. Пишите, звоните, все контакты есть в описании. До встречи, пока!